сегодня я начинаю мой новый сериал про My Little Pony. Надеюсь, вам понравится этот сериальчик, который будет называться «В тени меня». Это не означает, что мы кого-то втягивать будем, а «в тени» — это как тень. «В тени меня». Ну, я думаю, вы поняли. И это первая серия. И что ж, не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайки и нажать колокольчик. Ну что, поехали! И всем привет. Это я, Ромашка. Я думаю, вы меня все знаете. Я дочка Луны. Ну, это моя мама, точнее. И вам, наверное, было всем интересно, кто мой папа. И как бы, почему мы с мамой живем в таком маленьком бедненьком домике. Этот вопрос мучил меня с самого детства. Так как, по идее, моя мама принцесса, то есть она принцесса Луна, но при этом она живет в обычном доме, а ее сестра, это моя тетя Селестия, живет в замке. Почему же так? Это мы и узнаем. Я столько раз спрашивала маму, почему все же, как бы, мы живем в таком домике, но она ничего не хотела отвечать и просто-напросто уходила. Это было мне очень печально. И как вы заметили, у меня нет никаких питомцев, у меня нету почти что никого. И в прошлом видео, я думаю, вы все помните, что мама мне обещала кого-то подарить. И у меня было подозрение, что она хотела мне подарить питомца. Но потом я посмотрела с другой стороны. Моя мама, как ни странно, в принципе нормальная, хорошая пони, но у нее аллергия на шерсть, то есть на шерсть и собак, и кошек. То есть мне уже не могут завести ни собаку, ни кошку. А каких-нибудь птиц или хомячков я просто не хочу и не люблю, как и мама. Все становится еще запутаннее. Поэтому мне даже становится страшно. Но все равно я живу очень весело и хорошо. И сегодня я хотела бы, скорее всего, поиграть с моими поняшками, так как мама мне купила еще новых пони. Я думаю, вы помните вот эту пони красивую, вон ту вот серенькую с крокодильчиком, которую она мне подарила. Да, в нее я играть и собираюсь. Ля-ля-ля-ля, мои хорошенькие пони. А? А? Кто это? Ой, доченька, прости. Это я, не бойся. Кто же может еще как бы к тебе зайти? А, ну да, логично. Доченька, я тебе хотела кое-что попросить. Чего, мам? Понимаешь, просто я забыла... Ну, помнишь, мы в магазин ходили за пони? А, да, конечно же, помню. Ты мне купила пони! Да, доченька, и у меня очень важный, так скажем, гость, и я хотела бы тебя попросить, чтобы ты сходила и купила мне там ткань. Я на листочке написала, какую ткань, сбегаешь, купишь мне. О, хорошо, конечно. Я тебе сейчас там деньги, сбегай, купи обязательно ткань, а то это очень важный гость. Хорошо. Так, все, я тебе все отдала. Так, все, можешь идти и покупать. Хорошо. Спустя час. Оп. Все. Мама. Мама, ты где? Мам. Мама, это я пришла. Я купила тебе ткань, которую ты просила. Мам, мама, где ты? Ой. Кто ты такая? Мама, помоги мне, мама! Не ори, пожалуйста, не ори. Мама! О, Господи. Пожалуйста, успокойся. Успокойся, мама! Успокойся! Кто
тебе правда надо объяснять, кто я такая? Да, я пони. Хватит со мной шутить. Я знаю, что ты не пони, как будет, что ты пони, как ты тут оказалась. А вот это тебе не могу сказать, но я могу сказать, где твоя мама. Где она? Ну-ка, дай, я буду драться. А, вот тебе. Серьезно? Серьезно? Ну да. Ну, я буду драться, если надо. И кусаться. О, боги. Хорошо. Сейчас я тебе все скажу, и где твоя мама. Нет, я буду кричать. Мама, да тихо, сейчас твоя мама вернется, так скажем. В смысле, так скажем? В смысле, вернется? Что ты с ней сделала? Это мне надо было сделать ради моей цели. Сначала можешь мне ответить на один маленький вопрос? Какой? Ты любишь животных? Так, люблю животных. Чудесно, хотел бы себе завести питомца, любого питомца, независимо от кошки, собаки там, допустим. Ну, кошку, собаку мне нельзя заводить. Почему? Потому что моя мама аллергия на шерсть. Ну, хорошо, ну хотя бы, там, не знаю, какую-нибудь черепашку, допустим. Ну, можно, я люблю всех животных. Это шикарно. Сейчас я верну твою маму, а взамен ты должна со мной кое-куда пойти. Куда пойти? Зачем пойти? И вообще, по какому праву ты у меня дома? И это я тебе тоже объясню. Ну, хорошо. Ладно. Сейчас. А ну-ка, фу, брось ее. Мама, что это было? Кто это был? Доченька. Мамочка. Так, а ты кто такая? Что ты тут делаешь? Так, спокойно, мэм, спокойно. Смотрите на меня и слушайте меня внимательно. Очень внимательно. А? Что? О, привет, девочка, кто ты такая? Мама, ты чего? Что с тобой? Доченька, ты чего? Это же хорошая и добрая пони. Что ты кричать начинаешь? Это же наш гость. Да, я ваш гость, я новая подружка вашей дочери. А, так вы друзья. Что? Ну, хорошо. А, привет, как тебя зовут? Меня зовут Стар. Стар тебя зовут? Да, Стар. А, ясно, Стар, хорошо. Какая ты хорошая пони. Ладно, доченька, идите пока что поиграйте. Можете побегать на улице. А мне просто еще много заказов надо делать. О, ты ткань купила, молодец. Что? Как? Что? Стар? Я тебе все объясню. Пойдем поиграем, подружка, на улице. Пойдем, подружка. Фух, вот мы и на улице. Так, тихо, руки. Что? Я говорю, руки вверх. Ты с ума сошла? Что, какие руки вверх? Ну, копыта вверх. Давай-ка, ну-ка, немедленно. В каком это смысле? Я не понимаю. С тобой это все ок, да? А ну-ка, хватит со мной шутки шутить. Кто ты такая? Что с моей мамой? Почему ты сказала брось? Как ты появилась дома? Тебя зовут Стар? И что это произошло? Зачем ты у меня дома? А ну-ка, тьфу, зачем ты ко мне домой пришла? Скажи, что ты хочешь от меня? Так, давай по порядку, давай. Давай. Хорошо, может быть, тебя это немножко шокирует, но... Хотя не шокирует, но ты знаешь, что у нас шикарный пони-мир, где живут все самые лучшие пони в мире. Да, у нас живут пони, но не самые лучшие, но все пони живут в нашем мире. Ну вот и умница. А кто, какие еще сказочные существа живут с нами? Ну, разные зверюшки всякие. Ну, еще всякие копытные там создания. Грифоны. Да, грифоны. А кто еще? Грифоны, драконы. Сейчас вспомню, как их зовут. А, забыл, как их зовут.
Ну, эти, которые королева Кризальс была раньше. Да, молодец, правильно. С нами живут эти чудо-существа, так скажем. Ну да, а что тебе надо от меня-то? Так скажем, я даже не знаю, как это тебе объяснить. Ну, во-первых, я твоя новая подруга. Больно надо мне с такими общаться. Зря ты это говоришь, я очень хорошая. А во-вторых, как бы тебе это сказать, что я укротительница, как бы, драконов. Ой, что за бред, а? Давай-ка только ты меня не смеши. И, во-первых, что значит брось? Что это за команда? Что это за магия? Так, спокойно. Сейчас. Не надо кричать. Не кричи, пожалуйста, не надо кричать. Все хорошо. Это просто зверюшка. Пожалуйста, не кричи. Хорошо. Кто это? Это Фури. Кто? Если вам понравилось это видео, то поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. И всем пока. 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 Жми на follow, лайкни меня, лайкни меня, лайкни меня.